Эта информация, наверное, будет интересна для тех, кто пользуется вот таким аппаратом, то есть машинка для стрижки в домашних условиях. Вот, у меня, я приобрел ее лишь только потому, что я пользуюсь машинкой для стрижки, но она у меня со шнурком, не очень удобно. Длинный шнур этот, вечно болтается, мешает он. Ну, вот такая вот машинка, я увидел в Тинодиал, в магазине Тинодиал. Машинка с двумя аккумуляторами идет, то есть без шнура. В общем-то, наверное, более удобно. Ну, открываем, смотрим ее. Можно говорить много, что она из себя представляет. Вот такого вот она плана. Значит, здесь вот мануальчик есть на нее. Мануал, естественно, хорошо на английском языке. Вот. В общем-то, тут картинок много, все понятно, можно разобраться. Так, мануал есть у нас. Вот. Что здесь мы имеем? Мы имеем вот что. Сам аппарат, машинка, да, для стрижки. Вот такого она образца. Не знаю, здесь вот немножко цвет, видите, какой, с позолотой. Ну, просто желтого цвета сделали, выделили металл, может быть. Может, какой-то металл. Здесь она вот так вот выглядит. Вот, все это регулируется. Может регулироваться, я смотрю, вот 2 миллиметра меньше, 1,4, еще меньше, 1,8. То есть вот эти зубчики. Ну, я так понимаю, что можно бороду и усы подбивать. Меньше, меньше, меньше. Ну, для стрижки, конечно, надо вот двоечка. Я думаю, что двоечка. Вот это вот такая машинка. Значит, здесь аккумулятор уже в ней стоит. Аккумулятор. Вот второй аккумулятор мы видим, да? Ну, давайте послушаем, как она работает на звук, потому что машинка у меня, которая со шнурком, она так звенит, что, по-моему, наверное, во всем доме слышно. То есть такой грохот уже. Ну, ей 8 лет, пора уже, конечно, и гудеть. Но давайте послушаем вот эту. То есть вот всего-навсего, какой у нее звук. Загорается индикатор, мы видим, работает. Ну, звучание, конечно, хорошее. Тихо, тихо звучит, но тихое звучание такое у ней. Ножи ходят, все работает. Вот. Вот, буквально ножи. Вот. Конечно, смысл в такой машинке есть. Удобная, она удобно в руке лежит. По звуку очень тихая, очень тихий звук. Вот. Ну, посмотрим, что еще они здесь положили. Я вижу, щеточка есть для чистки, масла смазывать. Для смазки, так вот, и пошли 4 насадки. Вот 4 насадочки, вот такие 4 насадки. Это вот насадка самая большая, 12 миллиметров. Так, посмотрим, что она, как она у нас садится на машинку. 12 миллиметров, вот так, таким вот, наверное, образом. Ага, вот и все. Да, вот насадку одели таким вот образом. Вот она у нас. Так вот. Покажу ее. Вот она, 12-миллиметровая. Вот такая толщины волос. То есть вот такой толщины волос она будет оставлять. 12 миллиметров. Вот это самая крупная насадка. Так вот она садится. Вот так вот она. Ее можно снять. То есть свободно, без каких-либо проблем. Вот таких насадок у нас 4, я уже говорил. Вот, меньше, меньше. И вот, по-моему, на сколько эта насадка у нас? На 3 миллиметра. Самая маленькая, вот 3-миллиметровая. Не знаю, вот так вот видно вам, нет. 3 миллиметра. Самая маленькая насадка. Вот. Значит, еще раз, да? Возвращаемся. Значит, имеется сам аппарат, машинка для стрижки волос, да, с регулировкой вот
больше и меньше волос, сам длина волос, если работать только машинкой одной. То есть вот есть самая маленькая 0,8, это для стрижки бороды и так далее, усов. Вот. И двоечка для стрижки можно выставлять, для стрижки волос. И, значит, аккумулятор. Здесь один аккумулятор мы имеем в машинке, и аккумулятор здесь. И понятно, что вот есть еще у нас зарядное устройство. То есть шнур к зарядному устройству. То есть сюда. Так, как она... Давайте попробуем вытащить. Вот, пожалуйста, очень легко. Раз. Вот он какой аккумулятор. Внутренности смотрим, внутренности. Ну, если видно, конечно. Если там что видно, вот я там вижу какой-то. Вот так. Щелк. Все на месте. И опять включаем. Все работает. То есть вот простенькое. Ну, просто если кому-то понадобится, вот неплохой аппарат такой. $44 он стоит, 44, по-моему, 45. Но надо посмотреть, в какие-то дни у них скидки большие на все вот эти вот вещи. Вот. Можно в какой-то день в определенный эту машинку купить. То есть посмотреть при скидке. Вот со скидкой она получилась 32, что ли, $33. Ну, плюс еще какие-то скидки там 5% были у меня. Ну вот, и, в общем, около 29 где-то вот так. Ну, пусть $30 она мне обошлась. То есть неплохая машинка с двумя аккумуляторами. Так что, пожалуйста, если у кого есть, кому нужно где-то выбор, то можно вот такую вот приобрести. Это лучшее, что я посмотрел в Тинодиал. Там есть разные машинки. Но вот эта комплектация мне больше понравилась.